Ой, Таня, червя. Конечно, нет. Как это? Да ты же у меня одаренная. Не спорим, дорогие друзья, не спорим. Ну что ж танцевать-то мне не дали? Чин-чин-чин, так быстро называют. Молодец, резвая. Ну, у вас есть последний шанс. Ой, 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 я уж растерялся. Ну, вот здесь что-то вспрыгнуло. Так быстро. Да и там прыгало. И там прыгало. Давайте в той кучке, здесь часто прыгает, давайте. Ну вот, вот в оранжевой с розовеньким. Красотка-то какая. А, тумба. Красотка, говорит. Вот она, говорят, тумба. Да. Кто ответил, тому и попрошу вручить. Красотка. Что значит еще? Вам малость не горько вытанцовывала? Нет, она вытанцовывала, ну, очень, очень красиво. И я бы сказала, даже не совсем символически, натуральную величину. Абсолютно правильно. Ты меня с полуслова понимаешь, Шахерезада Степановна. Да, что же это вы так на меня смотрите-то? Ну, сказку я вам рассказала. Да. Что теперь? А что теперь у нас должно произойти, а? Чудеса, наверное, какие-то. А может, опять там кто-нибудь показывает связку? Небось, ты не умеешь, да? Да, да, я все умею. Что ж это ты так обижаешь-то? Посмотри. Палка мешает моя. Подержи. Давай, давай. Ой, 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 ой. А что он хочет сказать, что ты так не сумеешь? Да? А ты так сможешь? А я сейчас своего ученика позову. Он и не такое сможет. Санчу! Что-то мне имя это, ну, очень знакомо. Ну, посмотрим, посмотрим. Получается, ох! Но вы знаете, а я другие там
люблю. Я люблю танцы, чтобы дух мой молодецкий вот так вот на распашку.